Привет, друзья! Радостное событие сегодня, 17 число. На ваш телефон приходит вот такая вот смс-очка, что ваш карантин завершен. При этом приложение «Карантана домова», в котором, по идее, должно было быть оповещение, ничего не пришло. Начиная с завтрашнего дня, потому что сегодня уже 23.06, а можно спокойно приступать к работе, ехать на свое предприятие, зарабатывать деньги. А я думаю, что для туристов перемещение по Евросоюзу с туристической визой будет ограничено до апреля-мая 2021 года. Соответственно, друзья, готовьте свои рабочие визы, готовьте свои документы для возможности въезжать в Европейский Союз, работать за рубежом. Друзья, вот лично мое мнение – я думаю, что Евросоюз для туристов будет закрыт, скорее всего, до середины 2021 года, и въезжать можно будет только по рабочей визе. Вводятся карантинные меры Германии для туристов, Чехия закрылась для туристов, то есть сейчас можно въезжать в эти страны только по рабочей визе или по статусу ВНЖ, или гражданам Евросоюза, даже в закрытую Чехию, если у вас есть паспорт. Даже гражданина Румынии вы спокойно можете въехать и работать. Вот у кого этого нет, делайте рабочие визы в Польшу. Польша вас ждет. Польша была всегда открыта, даже в самый пик коронавируса. И спокойно въезжаете и работаете. Да, 10 дней придется подождать в карантине, в самоизоляции. Но это, в принципе, небольшой срок. У нас это пролетело прям как один день. Что касается приложения «Карантана домова», несколько раз пытался заказать еду. Вот, еда так и не пришла. Здесь приложение, на мой взгляд, сырое, не работает, плохо работает. Несмотря на это, оповещение 2 раза в день. Если вы не зарегистрировались в приложении, вам просто будут звонить на ваш телефон или приходить. К нам приходили полицейские каждый день, гвардейцы несколько раз, еще какой-то парень военный. То есть постоянно...